мохнатоголовая собачка, она очень любопытная. Вот у меня самый старый компьютер, который есть. Вот этот? Да. А, ну это же у нас стоял, да, он? Компьютер не стоял, монитор стоял. Монитор стоял. Работает до сих пор. Ну, то есть я последнее время его... Ну, то есть я его как проверочный включаю, если мне надо что-то проверить, там, подсоединить, там, ну, так, угу. На быструю. Самый первый, получается, наш мониторчик. Dell. Все, больше ничего нету. Здесь вот стоял вот этот старый комп. Ну, это вот Искра. Здоровый. Искра была. Черная такая. Угу. Советский. А здесь вот... Что это? Бобина? А, это магнитофон. Ага. Бобина прослушивать. Наушнички? Да, это наши наушники. А, это который от проигрывателя, да? Феникс. Много всякого добра. Кассета какая-то. Что там записано? Голоса лягушек? Diane Warwick. Diane Warwick, да. Ну, тут программа какая-то записана. Ну, а вот в этой комнате вообще что сейчас происходит? Что здесь делается? Ну, я здесь жабами занимаюсь, потому что она темная. А-а-а. Здесь полную темноту можно сделать. Она же закрыта, окон нет. Есть кондиционер. Включаешь кондиционер, тут нормальный климат. Свет можно организовать. А когда-то электрофизиология, вот эта камера закрытая от помех. Вот, а с жабами, вот у меня проектор, я организую здесь свет, сюда, здесь арена такая, вот, и они тут прыгают у меня. Иногда пытаем кого-нибудь. Там, кстати, много. Сейчас там что-то еще я вижу. Что-то хрень. Ну, это вот этот. А, это дигитайзер. Это такой планшет по координатам вводить, кривой. Там ставишь график, подсоединяешь к компьютеру и вводишь этими кнопками. Всё прикольно. Да. Что-то какие-то мыши там лежат, платы. Мыши, вот видеоплата нормальная. Genius. Это самая первая мышь. Которая у нас была, да? До сих пор работает. С шариком. Да. Да, в Испании все интересно. Бардак наш тоже интересен. Да, это не бардак, это же история. Это чего? Термос подводной лодки? Да, это у подводников такие термосы. Туда борщец наливаешь, да? Борщ, да, что угодно. Этого добра тоже. Чем две скидки? 3,5. Это 8. 8? 8-дюймовые. Да. Все забыл. Это вот в искру надо было засовывать. Наклейки. Наклеечки сохранились, да? Да, вот на надписи все наклеивают. Ну так же, как на маленьких дисках. Мониторы, компьютеры. Ну, старье всякое. Всякие платы. Да, я думаю, что они, половина из них рабочих. Жесть какая. Кладбище. Да.
старых компов. Архив. Принтеры. Картриджи. Ну да. Все пожелтевшее. Трения могут быть. У меня тоже еще знакомая дама есть, так она, я рассказал ей, что, ну, что да. Утка, трудница наша. Она говорит, и у меня было, я, говорит, пару штук, и это раньше не было. Да? Да, говорит, съела вот эту, и говорит, ее это по поясу как обнесло вот какой-то этой, вот распухло, говорит, вся. Да ты что, я сейчас тебе, только вот на нее, значит, надвигается, кто-то маленький такой с кирпичом из-за угла, значит, на него вот так, я тебя сейчас, говорит, тот, значит, уже назад, вот так вот, и тут выскакивает Крамаров из окна, если помните. Да, да, да. Туда да. Выкидывает ему шубу, он, значит, шубу одевает. И подает что-то телевизор, да, что ли, или что-то такое. Нет, значит, он говорит, давай, тут никого нет, говорит, одна шушера, вот. И дальше этот ему дает этот самый самовар. Значит, самовар, вот, по-моему, и чемодан какой-то. Вот. И сам мужик там лезет, такой здоровый мужик, такой лысый. А телевизор, а сыр, а посуда. Вот кончается эпизод. Вот, если включаешь, вот так вот. Uh-huh. Два. Это тот, это вот этот компьютер. А один. И чтобы, ну это красный свет минимально возбуждает колбочки, чтобы они не засвечивались. Но если я вдруг включаю монитор, чтобы минимум был света, не белое, не черное. Черное не очень хорошо, я могу сделать черный фон,
но на нем неудобно смотреть. Слушай, а это же наш принтер дома стоял у нас, да? Ну, как, да, может быть. Это какой, он? Да, может быть. Который вот так вот. Может быть, это я из института такой, потому что какой-то я выкинул. Ставь и нажми там кнопочку дальнюю, включи его. Декабря. 28 июня. Хорошо.
Можно одному здесь закружать, а один будет внизу. Да, 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 да